сейчас салатик. Все делаем быстро, по-быстрому. Что же? Сейчас поедим и пойдем опять купаться. Уже сколько? Пятый час пошел? Пятый час. Как раз где-то с 4 часов уже солнце не так палит. Джентльмен удачи-то, когда они батареи таскали-то, помнишь? Батарея там надо. Василий Львович, батарею нам здесь бросил, падла. Помидоры, я вот не знаю, мне кажется, что они сейчас действительно какие-то арбузные. Слушай, корм рыбацкий вот этот, сожрем еще, потом все рыбы за нами будут бегать в воде. Помидоры арбузные, мякоть прям такая. Вот я хочу сказать, что мы приехали, это Краснодарский край. На удивление, вы знаете, арбузов местных нету. Кукурузы нету. Кукурузы продают 80 рублей. Вареная кукуруза 80 рублей початок. В прошлом году мы были в Крыму, там за 50 продавали. Ну тоже, наверное. Ну вообще кукуруза на полях даже еще и не цветет. Подсолнухи только-только. Соль, перец. И все, и салат такой, ой, салатик готов. Все, салат готов. Такой вот салатик, макароны, килечка, килечка в томате. Вот такую открыли. Интересно, вкусная. Мы уже вторую банку едим. Макарончики. Все, вот такой вот ужин и купаться. Макароны, салат и килька в томате. Красота. Сегодня много купались, пытались поймать рыбу, но у нас не получилось. Мы не рыбаки. Едим фрукты, овощи. Все классно. Все хорошо. Все нравится. Наслаждаюсь свободой. Наслаждаюсь такой красотой Азовского моря. Я не могу даже вам передать тех чувств. Запах моря. Классно все. Сходили, накупались, наплавались. Время 7 часов вечера. Водичка теплая. Люди купаются, отдыхают, загорают. Машины приезжают, все заезжают на этот автокемпинг, паркуются, достают палатки, ставят лагерь и продолжают отдыхать. В общем, у нас вот такая жизнь лагерная. Азовская, морская. Лагерная жизнь. Это так классно. Так классно быть на море. Просто супер. Здесь есть туалет, но туалет для отдыхающих бесплатен. Туалет, душ бесплатный. Кто просто приходит на пляж, те платят 15 рублей. И вот такая есть касса есть. Это совесть.
вот сюда надо класть денежки, кидать 15 рублей. Но никто не кидает. Там море. Ну, смотри, какое видео снять, как рыб там жвачку. Лапки, потасы, люди спят, все отдыхают.